Здравейте, скъпи зрители! Вие гледате предаването до родните източници. Днес то се излъчва на български език. Обещаваме много интересни истории, нови запознатства с хора, които живеят не само в район Басарабяска, но и на нашата историческа родина в България. Първо да отидем в село Исерлия, където най-много живеят българи. Тук нашия екип гостоприемно приехал дома си сестрите Киосе. Въпреки, че животът им ги е разпръснал по различни градови и държави, те винаги се стремят да се върнат в къщата на родителите си. И накрая тяхната мечта е сбъдна. Жените казват, че сега наистина се чувстват щастливи. Къщата на сестрите Киосе в Исерлия е позната на всички. Тя се намира в самия център на селото и от ранна пролет до късна есен путева в цветя. Домакините Екатерина и Надежда полагат много труд да създадат такава красота около себе си. Градина е голяма гордост за Надежда. Всеки храстец и всеко древце е засадила сама и все още си грижи за тях с голяма любов. Айга, то и живика культурна, гледайте. Каква е крупна, не го убирахме, ага. И правим компоти с нея, то сред всички персики. А тези година малко имаш, потому что мороз беше и это, убрахме компоти, правим джем. А дъщерями в Рибница имат своя пекарня, и ние прям правим джем. Где-то черносливы имам, где-то имаме 10 акаций, направихме, у нас година джем сливовый, домашний, это тоже на ней там, и тука раздавим, и тука едим. Хабалки много имам, и уже една вот там, още от тати, где беше насадено, ранняя. Уже бяха внуките гайзя, да. Пак имаме там хабалки дальше. Вот айту и смородина, и агрус. Даже има още малко. Ай, годи, той. Той мелкий, вон, видите? Агрус, не колючая. Айту сред. Вот та семеренка, вот той, та с голден. Только груши вон, вот те скресни зимние. Малина, только имам, малинник имам отдельно. Эга чернослив тоже, тоже малку, то с гудина. Ну ничего, стига. Да се найдет внуките. За Надежда Николаевна работата в градината е радост. И не е важно, че изисква много усилия и труд. Да живееш в селото и да отидеш на пазаря да купуваш фрукты за децата, это вообще позор. Вначале тяжело, тяжко вообще вначале. А пак сеня, кто привикнешь, знаешь, уже гадоги брызгаешь, гадоги так гибелисываешь. И сечка-то нормально. Такого удовольствия нямать понятия. Кто излезешь? Да, белиса не есен, сенек цефтет, все сичкту бяло. Аз бях 4 години в Израиле. И додаху там. Там, значит, песок, у нас чернозем, золотая земля, так сказать. И кто видишь, ничто няма, даже не на пэте, на акачка, не ничто. А пак там сички балконы в цвету. А пак тезе цветы, в то спясок, ну там каби, это самое рошение, да. И кто до дома и казан кода, там ардзида, у нас только наведиться и бучни, и почини что. Не помалку у тавушната градина и градинка со цветя сестритеся занимаваться зеленчуковата градината. В негуляма оранжерия храстите на домати са повисокий у човешки арест. У свентова зеленчукат екологичен продукт. Гату гу садишь сразу гу как-то гу добришь, гу пулешь как-то следует. Если я говорю, если у меня никакие проблемы. Особенно вот эту зе розовую, вот погляни колку, то самое. Колку има, дембелюк вон. Вон,
чисто набито айтука. И то вот расти осенью уже зеленеги уберем, гитурги в подвал, а может быть и сулимги с осенью. Не, то только не треба. Там деш разы мой добавили, поэтому то. Вот гмульчир вам, коту да не такого и все. И то и гние, и тоже удобрение. Вот это натуральное удобрение. Не треба, то не соиспарява та и удати. До оранжерията има дори малко парче земя, където растет пепиши и дини. Ох, тя са откъсна. Он. Свои дини, кауни и сичко. А вот тех в Чемишли, за лабораторией, и на этажах сидишь кто, и этот темина да я казам, господи, на земята, сал на земята, да дохаждат внуки, да има месич, кто все говорят спасибо. Любовь так им родна та земя, верна Фисерлия и Екатерина Киоси. До того жена там много години и живяла в Герце. Ними треба там не за границей, отказалась от сегодняшней штани, что от сыском дома. Ну, нету народа, нету общества, мне не с кем общаться, одни друзья у меня там, родственники все уже. Я снимался с человеком, гасидо до дома, покупаю молоко из земята у нас-то. Там такая засуха, у нас глина. На ней гулям сад, мандарины, апельсины, в общем, вот такие вот трещины. Я молода. Змеи, ящерицы. Третя та от сестри тіки осі, Марія, прикарала цілий сі живот в родноту сі селу, роботиші като учителька в началното училищі. Тільки веселістська школа більше в інтернат з ночовкою. Вот. А поки з роботих, на дві години воспитателями інтернату з ними. І, звісно, вчителі начальних класів до 2011 року. У нас тут в 80-м году организовали ансамбль «Ивушка» Бусега на пеями «Ошки». Да. Так что скучать некогда. Денег я не накопила и добра не нажила. Я любила и счастливая была. Ансамбль «Ивушка», в който една от солистите и Мария Николаевна, и визитна карточка на Исерлия. В репертуаре на вокальный коллектив има как то народные песни, так и современные произведения. Исполняват артистки Тина Ивушка и песни на белгарский язык. Собираясь на одна маса, сестрите често канят Прасковья Афанасьевна Киоси, своя-то роднина и кумшийка. Тази жена следка то приживя глад, депортирани, тежек трудно дерево добива, не изгубя оптимизма си. Тя винаги е готова да сподели спомените си с младите. В Сибири уже имах тогас 16 години и отида сразу на работу, отида ми те с малолетки, те... Короче, рубим всякими чурки за машинки. Там заправляла машинки с чурки, там не маши пока. И до 1 августа 49 года. И месяца два по работе только на чурке. Сетня с топоров в лес, рубить лес. Всякими древо, штабелювами. То есть зимнее время сечем дрову-то.
Тего вывезла на реката и весной пролетел тюми до на сплав. И катима залом, не сплавляме те за штабеля, не сплавляме с богрите, и те, как направят залом, не путе за дровета, полдата, и отправляме уже нас по технике безопасности, не казаха, когда бягаме. И да, как нас отправи залом, они бягаме к берегу. По берегу. Как удрежать твоя сечка? Ну, как? А сега ми страшно, а тогас не пеше страшно. Сутра наставаме 7-8 километра пеша, топорчето на рамото, а я с баща ми и сестра ми старше, пък два братика младше дома. И отиваме 7-8-10 километра пешком, пеша, и вечерта, и назад си дохадаме, тук у нас до да я скриеш. Ръкавиците замръзнали, тъй държиш, ръцете в ръкавиците. Мама, ой, Боже, Боже, я говорю, ну, ко, Боже, я говорю, все нормально. Все, ничего страшного, ну, сейчас страшно, конечно. Приятелките си, с които работеше в горите на Бурятия, Прасковия помни много добре и днес. Анна Татарли и Стефана Татарли, две сестри. У Тараклия, старый Таракли. Та с Ирой Скимжи и сестра Емила. От Исерлетиса. А то с Паша Попова от Камрад. Гагауска, а то я уже. И только с жува, тез, а пак тез, не знам, тез, не знам, тез умря. За младоста, прикарана в Сибир, на възрастната жената и напомня бродерия, което би изработила сама. После работы не то, что сидела, при лампе это все было, получалось. И с удовольствием делала, с радостью. И чтобы осталось... Действительно, память. Это накидочка, я сама вязала. Это в 50-58 году. Это вязала тоже в 57-м. Прасковья Афанасьевна, ей известно уж тестовать и знает много старой песни. Тетя Паша еще является информатором. То есть помогает нам ансамблю «Ивушка» в составлении программы и в особенности в обрядовых песнях – зимних, пасхальных, рождественских. Баба Паша и сама с гуляма удовольствие пее, особенно когато има такива благодарни слушатели. Майка мяши, о сори, о рака, мундорла и не мёра. Майку цешум фрацивор, качи дячала мидор, май тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Майку цешум фрацивор, качи дячала мидор, май тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Подумайте на жената, тяжек труд в Сибир не е собори. Напротив, направи посилно, духовно и физически. А вы видите, чем стопор, видишь, как это пары? То я гук. Штабелево трактора, сетня те го крижуват и ни штабелеваме. От тогас, наверное, не вас страх не откова? Нет. Час се укрепи сила. Аз не бях полная, аз бях... Слаба? Да, но аз очень крепко, аз никогда не вставам. Никогда. Сейчас редко тоже вставам. Прасковья Афанасьевна с хумор се отнася до всичко. Но 84 годишна възраст тя прави толкова домакинска работа, че не всички млади хозяйки могат да я свършат. Тази жена не е свикнала да мързелува. След като е израснала с супруга си 4 деца и дала на всички образование, сега баба Паша чака внуците си на гости. От съдбата си напълно доволна. Сестрите Киоси също така смятат, че човекът може да бъде щастлив само на родната си земя и се надяват, че и Серлия ще престанат да напускат младите семейства, че във всеки двор пак ще се чуват детски гласове и че някога тук ще се върнат и техните деца, внуци и племенници. В тази гостеприимна, уютна къща винаги ще ги чакат.
Говорить, які за культура та наєдна нація, не є возможно да подмініш національна та й кухня. Понякага, тя може да розкаже повічі за представителі ці наєдна народност от колоту енциклопедія. Белгарите винаги си различаваха в умінія та си да приготвят вкусна і здравословна храна. Сега ж тебе представим історія за това, как приготвят ястія та от родопска та кухня в един от ресторани ті на Болгарія. Този ресторант е един от десетти, разположени в курортното селище Равда в България. Ресторантът работи през първия сезон и се намира практически в пустошта, но въпреки това вечер няма свободни места. Обяснението е просто. Преди да построи свой собствен ресторант, Емил Михайлов 10 години вкусно и ефтино храниши туристи в помещенията на Бриге, взети под найм. Вие имате постоянни клиенти? Постоянни клиенти имаме постоянно, да, наистина. И тук в новия ресторант на намериха. От години наред, както и ви. Не, вашите клиенти повечето българи или руски? Микс всичко. И българи, и руски. Може би 50 на 50. Сградата на ресторанта на первых поглед се отличава с оригиналния стил на строителство, в кое-то би използван голям брой естественни материали. Както се оказа, 90% от цялата работа е направена от самия собственик. Той е професионален строител. Дизайнер си бях аз, архитект съм си аз, строител съм си аз, инвеститор съм си аз. С ресторанторския бизнес Емил и супруга му Роси се занимават в продължение на много години и вече се превърнаха в истински професионалисти. Това е супра за двама, това е телешко бозани. Малко теле. То беше мариновано? Аз го мариновах сега, преди 2 часа. И в какво мариновах? В отравка, масло, газирана вода. Това е телешко птенце. Готови сме с кембето, само да заври, сме готови. Не сме учили в училище, живота нам научил. И мен, и жена ми. След това жена ми не завърши, защото искат документи, по принцип, в България. Но сме самоуки от майка, от тати, от баба, така готви моята жена. Бабини рецепти. И когато дойдохме тук на морето и почнахме ресторантьорство, точно това и казах. Искам да готвиш както мама и баба готвят нас на свят. Дерево. Какво заказват клиенти повече? Всичко. Да върми, сачове. Пататни, клин, родовска кухня. Ние сме повечето родовска кухня. Качамаци, печено, абсолютно всичко. Много от месо или от зеленчуци? Месо и зеленчуци. В родопската кухня е важно не само да се използват натурални продукти и подправки, но и да се приготвят ястията на скара и фафурна, както е ставало в селата. Шишки, после агнешкото. Според Роси, тя много обича да готви, въпреки че тази работа никак не е лесна. Трудно ли да работиш? Какво трудно е? Кой трудно? Много е трудно. Всеки бърза като е гладен. Всеки гладен съм, дай, бързаш. Ужас! Както призна жената, да се справя с трудностите и помага това, че семейството ѝ се намира до нея. А това, че в сграда, което притежават, се намира и ресторанът, и къщата им, дава усещане за стабилност. Ами вие работите тук всичката семья? Ами всички? Емо, децата ми, Мира, Тони, даже и внуците помагат. Хубаво ли как всичката семя работи? Да, много хубаво.
И тук вече ми е по-спокойно. Не като да се познаем, тая година ще работиш до година, тук вече е по-спокойно. Плановите на супрузе Михайлови да работят своето заведение в продолжение на много години, за щото според тях модата за вкусна и здравославна храна никога няма да мине. Всеки хоче да търси вече домашното, истинското, плодове без химии, натуралното месо, всичко натурално от село, което се произвежда, яйца, филета, всичко вече почва да се търси това нещо, защото пазарите, знаете, всякакви износове, не всичко се консумира прясник. Емил смята, че българите се различават не само със способността си да готвят добре, но и в гостоприемството, което им помага да запазят старите си приятели и да намерят нови. Място на масата ще има за всички. Много от традиционните в България ястия бесарабските българи, за съжаление, вече не приготвят. Но във всяко семейство има рецепти, които се предават от поколение на поколение. И това също е нишка, която ни свърза с нашите предци. Такви нишки могат да се намерят много и да се вържат в едно кураво и дебело въже. Но, за съжаление, много често културните връзки се прекъсват, още повече в многонациональните градове, какъвто е град Басарабяска. Работейки над предаването до родните източници, студията БАС ТВ се опита да припомни на българи, украинци и гагаузи за техните корени. Доколко сме успяли, решихме да разберем у жителите на района. Проучване проведахме на руски език, да се бъдат ясни отговорите на всички наши зрители. Скажите, пожалуйста, вы какой национальности? Украинка. Ну, конечно, гагауз. Молдаванка. Сказать, что я чисто молдаванка, нет. Я имею кровь гагаузскую и вышла замуж за гагауз. Ну, росла в молдавском селе. Но дедушка у меня гагауз. Я русский, жена молдаванка, один зять болгар, другой гагауз. Болгарка. Как вы думаете, вот то, что в Басарабяске живут люди разных национальностей, это хорошо или наоборот, это плохо? Нет, мне кажется, это хорошо. И было, как было раньше. Все были равные. Не было разницы, что ты украинец, ты молдаван, ты русский. Но мне кажется, то, что многонациональный, это очень хорошо. По крайней мере, я думаю, что развитие разной национальности не зависит от того, что многонациональный, не многонациональный. Главный вопрос в том, чтобы находили общий язык, все национальности, проживая в одной местности. Нет, это должно быть нормально. Столько лет, столько уже все живут вместе, все. Когда многонациональные, то и дети красивые. Вы только обратите внимание, когда гагауз с болгаром, молдаванцы, какие дети интересные, кровь меняется. Это хорошо, конечно. Ну, во всех городах так, это в селах, там люди живут одной национальности, а у нас тут... Хорошо, почему плохо? Мы все люди. Это не имеет значения от национальности, это имеет значение от самого человека. Зависит. А вам не кажется, что вот живя в таком многонациональном городе, люди начинают забывать как-то свой родной язык, свои традиции, обряды? Нет, мне кажется, что то, что впитано в человеке с молоком матери, это до последнего дыхания все. Конечно, забывается, потому что там, где много и компактно население, тогда придерживается всех обрядов, всех обычаев, и это... А когда смешно, конечно, забывается. Ну, со временем, да, молодежь может быть, но как люди такие в возрасте, они это не забывают, они же знают, они поэтому никак не могут они это самое забыть, свой родной язык. А вы смотрели наши передачи? Мы выпускали цикл передач «У родных истоков». Они были на разных языках. Смотрела. Очень нормально, все хорошо. И желательно продолжать в таком же духе. Какая передача вам больше запомнилась? На украинском языке. Более такое было. Девочки были живые, были все. Да. Я смотрела. Это очень хорошо. Конечно, все-таки национальности существуют. И если существует такая передача, она есть, это неплохо. Но я думаю, что вам почаще нужно делать такие передачи, потому что
многонациональный город наш, но практически мы как бы общаемся все на русском языке, а вот передачи на родных языках дают людям понятие, что у нас есть такие национальности, у нас надо уважать определенную культуру, хочешь ты не хочешь, он живет в этом городе, думаю, что это очень хорошо. Какая из этих передач вам больше запомнилась или понравилась? Ну, честно говоря, мне больше как-то запомнилось, по-моему, на украинском языке. Была хорошо подготовленная передача, люди отнеслись к этому, как бы видно, что со всей душой. Ну, неплохо. Интересно бы знать, например, я не знаю, например, не знаю ни хорошо ни свои молдавские традиции и ни гагаузские традиции. Конечно, хотелось бы знать. Все передачи смотрел, конечно. Понравилось, люди говорят на своем языке, поэтому каждому нравится своя нация. Да, смотрю, мне нравится очень. Раньше не было этой передачи, сейчас уже есть, и можно посмотреть, приятно, конечно, посмотреть. А можете ли вы в конце на своем родном языке обратиться к жителям нашего города, вот с каким-то коротким посланием? Ну, конечно, могу. Бянепсина, ким сисли, ким гюри. İsterim hepsinde ıslah olsun. İsterim hepsi yaşasın bu gorutta, bu kasabada. İsterim hani hepsici birbirini sevsinler, birbirinden laf etsinler, birbirinden çekişmesinler. Asıskım da bu gora siçkiti zdravi, najglavnutuçi zdravi da ime çilak. Kuyma zdravi, значит ima siçku. Пожелаю это, чтоб было хорошо жити в Молдавії, щоб Молдавія не ущемляла других націй. Раніше була у нас одна партія, ми, як говориться, люди дружно жили, а зараз у нас багато партій, як ми можемо дружно жити, якщо партії між собою ризуться, а нам що залишається робити? Що нам залишається робити? То ж саме. Ми адресуємося до тієї популяції Орашлу Басарабяска. Doresc ca toți locuitorii să fie sănătoși, să fie fericiți, baftă în toate cele și să fie toți uniți. Закончу я последнюю передачу из цикла «У родных истоков» по-русски, чтобы быть понятной для всех. За последние полгода мы выпустили в эфир 8 передач на 5 языках. Хочу поблагодарить Координационный совет по телевидению и радио, который поддержал этот амбициозный проект. Своих коллег со студии БАС ТВ и всех редакторов, которые очень творчески подошли к своим непростым обязанностям. Также хочу сказать большое спасибо героям наших репортажей, которые согласились поделиться с нами своими жизненными историями, воспоминаниями, мыслями. И сделали они это на своем родном языке, хотя им было нелегко. Уверена, что мы все вместе внесли свой вклад в сохранение национальной культуры. Проект завершен, но команда БАС ТВ не прощается с вами. Мы говорим до свидания. До виждани, скепісонародниці.